Территория нашей страны увеличилась на 50 тысяч квадратных километров. Об этом сообщил сегодня Дмитрий Медведев на встрече с участниками форума «ИТУРУП» на Курилах. Глава правительства заявил, что подписал постановление, которое закрепляет новые границы России в Охотском море. После консультации и согласований в ООН и с соседними государствами, российский континентальный шельф прирос с новыми площадями. Медведев подчеркнул, что там обнаружены значительные запасы природных ресурсов.